Ребят, всем привет. Сегодня замутим такой видосик. Сегодня у нас выходной, суббота, 7 декабря. Вот приехал на стоянку по мелочам позаниматься машиной. Сейчас покажу, что будем делать, с чего начнем. Вот, ребят, у нас пришел поворотничек новый. Вообще, у нас, если заметил кто на видео, старый выгоревший. Желтенький. Потом прикупили такое освещение номера. Сейчас по мелочам поменяем, подшаманим. И если успеем, если получится, вот боковинки, которые стоят под уголками, где я говорил, пока не ставил. Возможно, сейчас поставим, если получится. Ну, начнем, будем переодеваться. Ну вот, ребят, заменили поворотник, такой желтый стоял. Сейчас покажу, что у нас получилось. Вот теперь новенький поворотник у нас стоит. Здесь хороший еще. И сейчас мы займемся. Поставим вот такие освещения номера. Свеженькие. Наши уже потрескались. Старевшие стоят. Такие у нас стоят, у них болтики уже поломались внутрь, вдавились. Сейчас мы такие красивые поставим. Будем продолжать. Ребят, снимаю без микрофона, смотрите, какое здесь крепление. Я не мог это не заснять. Что творится здесь, я не знаю, что хотели здесь сделать. Лампочку, наверное, привязать, что ли? Какие-то бумажки. Сейчас мы все это снимем, поставим нормальное освещение номера. Успел сделать, что хотел в прошлый раз, уголок один поставил. Видео вышло с опозданием, пришлось срочно ехать и напрямую мимо дома уходить в рейс. Поворотничка поменяли, поставили одну боковинку, с ней долго возился, потому что здесь стоят защелки, они плохо защелкиваются, еще мороз был, пришлось снимать полностью боковину, и скорее всего ту боковину тоже придется снимать, сейчас нести домой, дома в тепле одевать и ставить на место. Пришлось вот уехать. Даже не успел доснять видео даже. И так в дороге по мелочи прикупили, привели машинёшку, наши коврики. Ёлочку такую поставили. И так по мелочи. Мелочь, а приятно. Видосики обязательно будут, много есть чего еще интересного. Много чего будем снимать, что покупать, что устанавливать, что делать в машине. Как бы вот так. И как мне в комментариях писали, то умеешь, что не умеешь. Я видосики снимаю не показать не то, что я умею, а просто что я делаю, как я делаю, может кому-то пригодится. Многие ребята начинают только ездить. Чем? Сейчас как бы пособиями по эксплуатации машины мало кто пользуется, больше налегают на Google или YouTube. И надеюсь, кому-нибудь что-нибудь поможет. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Комментируйте обязательно, может, что снимаю не так, может, кто-то что-то хочет увидеть. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылочка в описании. Всем пока!